Что касается вопроса по поводу Разумкова, ну, я не думаю, что будут откладывать в долгий ящик, потому как уже, я так понимаю, что начали собирать подписи, уже подписи есть, и думаю, что на этой неделе, або на следующий максимум вынесут, чтобы его заменить. Проголосовали. Дело в том, что, вы знаете, как по мне, вообще я считаю, что Дмитрий Александрович, он является в своем деле профессионалом, и я не понимаю, почему он ждал столько, да? Я считаю, что он должен был просто написать, если не совпадали с президентом его точки зрения, и у них было так непонимание между собой, и должен был уйти. Я думаю, что политически он бы набрал бы больше баллов. А сегодня, понимаете, так происходит, что сейчас проголосуют, однозначно примут. У них есть в парламенте большинство. Я тут согласен с Александром, что тут должно быть все выдбываться в рамках закона. Никаких сегодня, если соберут 226 голосов и проголосуют, ну, никто не нарушает закон. И а дозвольте уточнити, куди піти? Створити нову політичну силу під своїм лідерством? Послушайте, ну, если вы посмотрите оппозиционных, так скажем, оппозиционные партии, я думаю, что они, может быть, могут запросить у себя, он может створить свою какую-то политическую силу. Услышите еще раз, когда он шел на выборы, он четко понимал, какая программа есть у Владимира Александровича. И туда пришли очень много депутатов. И все знают, что есть, так скажем, рух, по которому двигается президент. Если ему это не нравится, он должен отойти в сторону. И вот и все. Да, я так считаю. И это правильно.